Чисто. Брукс, дверь твоя. Наши задачи таковы. Высаживаемся за заводом. Проникаем внутрь и отмечаем точку высадки. Ясно? Ясно! Бокс на старт! Есть! Возвращаешься. Кто-нибудь понял? Он нас встретит на посадочной площадке. Возможно, перебои связи, погода не к черту. Прищуришься и почти как дома. Похоже, тут было не так уж плохо. Мы с отцом тут недалеко на лодке катались. Раньше тут было лучше, это уж точно. А зачем ваш отец сюда прилетел? Хотел для себя и семьи лучшей доли. Да, с приходом СДФ все поменялось. Он воевал? Оставь сержанта в покое. Не-не-не, капитан, я не против. Слушай, дружище, мой отец жал на курок. 32-я бронетанковая. А, победа или смерть? Именно так. Выжил в двух авиакатастрофах на Деймосе. Яблочко недалеко упало. Достаточно далеко. 32-я, это же армейские. Я стараюсь не винить его. Что-то есть. Тут было неплохо. СДФ вторгся и устроил здесь трудовой лагерь. Отец вовремя ушел отсюда. Да, этим явно не так повезло. Взвод! Сюда, вот здесь! Нам нужно зачистить эту зону и добраться до топливной башни. Брукс, Касима, обеспечить охрану. Мы с капитаном сворачиваем налево. Сержант. Итан, поддержи их. Так. Вражеская активность впереди. У охраны есть ищейки. Оставайтесь в тени. Капитан, ваш монитор может отслеживать настороженность врага. Значение скалы башни разбито. Не спешитесь, капитан. Внимание, разведчики справа. Понял. Рассредоточимся, капитан. Тихо, ваш ход, десантники. Уничтожены. Обращайтесь. Оперативно, Касима. Чисто, можно идти. Принято. Все в норме. Держитесь, капитан. Сюда. Не высовывайтесь. Что там у тебя, Касима? Вражеские мега. Все патрули. Советую зайти внутрь. Ясно. Этим я займусь. Еще один. Дальний вход идет к вам. Продолжаем поиски. Прием. Встретимся позже. Множественные цели на выходе. Ваша очередь, капитан. Сектор под контролем. Уничтожен.
Сенчи. Спасибо за помощь, напарник. Внутри охрана. Мы в норме. Все в норме. Цели. После вас, капитан. Уничтожены. Теперь чисто. Еще, прямо по курсу. Челок, не светитесь, капитан. Не обнаруживайте себя. Прочесываем сектор. Прием. Готов. Бросай антиграф по моему сигналу. Замочим их! Готово! Пройдем через этот аванпост. Помоги мне! Нужно открыть дверь! Есть! Понял. Есть, сержант! Пробирайтесь, капитан! Кажется, здесь удобно сесть. Места хватит для разгрузки двух воронов. Передаю. Возмездие, рейдер 1-1. Посадочная площадка защищена, нужна артиллерия. Принято. Рейдер, сбрасываю груз. Нужно зачистить тут, чтобы птички сели. Рассыпьтесь. Огонь по вашей команде, капитан. Там ящик с ботами и ищейками. Отличная штука для засады. Квадрат чист. У нас все в порядке. Перегруппировка за мной! Рейдер главному, маяк установлен, можно садиться. Как слышно? Принято. Время прибытия сил 3 секунды. 3 секунды до касания. Отойди от маячков! Вороны на посадке! Как только закончим здесь, выдвигаемся к топливной башне.
Взорвем топливную башню, и СДФ этим будет заправляться. Отлично! Вот это здорово! Ну, бьемся рядом с этой хренью! Так, сержант! Инженер Макалом отправил это с броней! Сказал, это подарок капитану! Что это мы такое видим? Боевой танк Си-12. Ручное управление огнем. Очень тупой. Очень мощный. Он точно за нас! Надеюсь, он как Итан, только клевый. Не смешно. Внимание! Заправка в полукилометре по каньону. Держать позиции за бронетехникой. Мои парни, за мной! Ясно! Нам нужно взять станцию. Через ворота. Выдвигаемся! Имейте в виду, что с этими Си-12 были несчастные случаи. Что за случаи? Есть данные, что они склонны в бою внезапно атаковать своих. Твою мать, это правда? Нет. Заканчивай с этим, Итан. Есть, да. Сканируйте свои сектора, мы приближаемся. Yeah!
Надо добраться до башни. Вступить в Скар никогда не поздно. Если электроника не повреждена, может перезагрузить Сибина? В секторе. Готовьте авиацию. Как слышно? Нет приема, Рейдер. Повторяю, нет приема. Чума. Солтер, повтори. Связь потеряна. Поднимается шторм. Внимание, у нас гости. Может, наша авиаподдержка? Подохнем на коленях. Ни здесь, ни где-либо еще. Нужно скорее уходить, пока по нам не бьют. Мы останемся и дождемся авиаподдержки. Нет, я хочу видеть флаг на той башне. Остались лишь мы. Ну, у нас все. Выдвигаемся с теми, кто есть. Как повезет. Вы уверены, штаб-сержант? Так точно, сэр. Наша задача — взорвать топливную башню. Да. Да, но нам пора. Быстрей! Питер, откроешь лифт? Есть, штаб-сержант. Это на крышу. Прикройте нас крупным калибром. Дойдете, скажете. Итан, ты со мной. Есть, сэр. Времени ждет никого. Вы двое. До встречи в аду. Точно. Поднимемся по лестнице и выберемся. Капитан Рейен. Шансов на победу нет. Мы похороним ваших братьев, выследим сыновей. Смерть не бесчестит.
Я на месте! Нахрен на горизонте! Посмотрим, каков ты в деле, Коч! Я выведу этого туза из игры, капитан! Будь осторожен, Грок! Это ж как вулкан плевать, сэр! Спасла твою задницу. Почему так долго? Не было связи. Я знала, что вы в беде. Вовремя. Внимание на экраны. Смотрим оперативную сводку. Мы лишились Си-12 штурмовых машин. Без их артиллерии, чтобы взять башню, надо атаковать с воздуха. Маккаллум указала на турбину для отвода газа. Мы ударим по ней, давление подскочит, и башня взорвется. Ну что, готовы к веселью?